Спецавтохозяйство Уфы выплатило штрафы в размере 39 миллионов рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Погасить задолженность предприятие согласилось после вмешательства прокуратуры. Штрафы в размере 51 миллиона наложили еще в 2021 году, когда организацию уличили в выбросах загрязняющих веществ и нарушениях при размещении отходов на полигоне. При этом организация выплатила лишь около 12 миллионов рублей. В этой связи природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании оставшейся суммы. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. После вмешательства прокуратуры учреждение полностью выплатило долг в размере свыше 39 миллионов рублей. Спецавтохозяйство является одним из четырех рекоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компания отвечает за сбор и утилизацию мусора в Уфе и 14 районах республики. По данным Всероссийского бизнес-центра, выручка спецавтохозяйства в 2022 году увеличилась по сравнению с 2021 на 260 миллионов рублей до 2 миллиардов 300 миллионов. Чистая прибыль на 960 тысяч до 6 миллионов рублей.